Утопающий в зелени парк имени Фрунзе во все времена был и остается одним из любимых мест для отдыха и у горожан, и у туристов. А для Хосты это и вовсе одна из визитных карточек района. Парк всегда стараются поддерживать в идеальном состоянии. В прошлом году ремонта наконец дождался знаменитый летний театр, построенный еще в 30-х. Он успешно провел свой первый после реконструкции сезон. Сегодня снова ждет известных гостей. По инициативе мэра города Анатолия Николаевича Пахомова администрация Хостинского района большое внимание уделяет не только озеленению улиц, благоустройству дворов, но большое внимание уделяем нашим паркам. Мы расцениваем парки как визитную карточку Сочи, делаем все, чтобы жителям нашего замечательного курорта, нашим гостям, было очень комфортно в этих парках. Фонтан у театра в этом году тоже отремонтировали, покрасили, высадили яркую клумбу. Там, где было необходимо, обновили прогулочные дорожки и подрезали деревья. Одним словом, сделали все для того, чтобы в парке всегда было много гостей. Их количество прибавляют и установленные здесь пару лет назад уличные тренажеры. Они пользуются все большей популярностью. Спортом здесь занимаются как дети, так и взрослые. Илье Иванцову, например, этот спортзал под открытым небом помог поправить здоровье. Ну, я, например, за 9 месяцев где-то 20 килограмм сбросил, вот, и подтянул себя, все, сейчас чувствую себя хорошо, все, поэтому я считаю, что это приходят все, и старые, и молодые, и приезжающие, которые отдыхающие, и местные. Тут уже группа людей создалась такая. Ну, интересные вещи. Молодцы, хорошо сделали, конечно. А еще в парке имени Фрунзе всегда слышен детский смех. Здесь ежедневно работает летняя досуговая площадка. С ребятами занимаются профессиональные педагоги и аниматоры. Михаил и Рената Орловы своих детей Диму и Соню в парк на летнюю площадку приводят каждый день. Говорят, зачастую, выбирая между морем и парком, дети отдают предпочтение отдыху на площадке. Всегда весело и интересно. Приходим практически ежедневно. Редкий день, когда пропускаем. Ходим второй год. Дети предпочитают площадку морю, другим развлечениям, потому что занятия, которые проводятся, организованы грамотно, умело, творческий подход. Дети разновозрастная группа и всем интересно. Детская площадка в парке, как и другие сезонные, будет работать до конца лета. А сам же парк имени Фрунзе для жителей и гостей курорта открыт круглый год. Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.